Привет, друзья! Мы сейчас в Букабель байк-парке. Здесь начинаются все трассы. Но сегодня мы поедем закрытую трассу, которая, ну, в принципе, она закрытая, по ней нельзя ездить. Но хотелось бы вам ее показать. Вот Вова ее знает, он проведет. Это, я так понимаю, старая трасса, которая здесь была раньше, да? Да, вот там вот то, что Виталик Нечипаренко строил, трасса, вот если проехать последние кочки, те, кто помнит, деревянные такие, они выходят прямо вот сюда вот на склон. То есть если их прыгнуть, можно сразу на горнолыжный склон упасть. Мне кажется, когда я здесь катался первый и по сегодняшний раз еще больше я здесь не был, я здесь один раз был лет так, наверное, 7, а то и 10 назад. И, скорее всего, вот я по ней как раз и катался. Это ДХ-3 старая трасса. ДХ-3, да? Да. Точно, значит, по ней катался. Там будет что-то страшное, чтобы я понимал? Вылет какой-то, перелет что-то? Там есть вылеты дропами переделаны. То, что остаток старой трассы, грубо говоря, ну, процентов, наверное, 50-60 максимум. Но за тобой ехать безопасно будет, да, сейчас? Да, да. Ага, да. Окей. А то я вчера смотрел, у меня знакомый, и он делал на дорогожечек бэкфлип, и велосипед при этом зацепился за дерево в полете. Вот я бы сейчас не хотел где-то на вылете так же. Но все закончилось хорошо. Максу привет. Это было круто. Все, едем. Да. Тут сильно лететь не будем, чтобы ты мог разбираться. Тут очень большая вариация именно траектории. Ага, окей. Ну, друзья, надеюсь, вы все увидите. Прикольно, дроп выглядел очень круто. Бля, тут только что был вариант с дропом, мы его объехали, но выглядел дроп очень прикольно. Можно, если что, ехать с дропом. Пока очень нравится, классный рельеф. Не знаю, почему она закрыта. Когда потом спрошу Вову в конце. Обережно! Также есть трамплины, я смотрю, что мы их проскакиваем, но по сути, ну, надо их разведать, может быть, они прыгательные, может, их можно прыгать. Ну, вот этот вот плашмяк, прыгнули. Так, тут я, вот тут я понял, почему она закрыта, тут ее просто нету, но можно нащупать. Дальше, ага. Уже вылез этого бревна туда над корнями и на выход красная. Сейчас нам надо чуть подняться, выйти на красную и уже от нее спускаться. Понял. Друзья, вот это был ответ. Я хотел спросить его, почему она закрытая, потому что она такая классная была. И вот почему она закрытая, потому что здесь, по сути, она заканчивается, там все перерыто. А для того, чтобы нам спустить к подъемнику, мы вот так вот немножечко здесь поднимаемся вправо. И выходим на Red Mamba. Конец Red Mamba, другой трассы, по которой мы уже спустимся в самый низ. И если бы я этого не знал, то есть огромная вероятность, что я бы пошел не вверх, а куда-то туда вниз по дебрям. Да, лучше вниз, потому что там потом каскад с ямой, и очень трудно выходить. Едем? Да. Thank you.
прикольная трасса, но она закрыта и недостроена. Поэтому у меня, конечно же, возник снова вопрос, который я сейчас Вове задам сразу. И вот нормальная мойка. Мы выехали к мойке. Кстати, она здесь есть. Вова, у меня вопрос. А почему она закрыта? Она же уже почти вот есть, ее чуть-чуть буквально подшаманили. Почему ее решили закрыть? И так бы было сейчас прекрасно. Ну, сейчас будет в сентябре, скорее всего, 14-й будет закрываться. Ага. И сделаю так, чтобы это полностью двойка функционировала. Тут еще куча других идей, ага, которые я пока не разрешать не буду. Понял. Но тут будут трассы, наверное, в общем 5-6. Ага. Я понял. Друзья, прикольный моментик. Она, как вы видите, закрыта. Если у вас будет желание, можете попробовать проехаться. Солью в жопу никому не стрельнут, если по ней кто-то проедет. Не-не-не, конечно. Можете попробовать. Вы видели, как из нее выйти. Мне очень. А вот этот лес, он такой с иголками, такая мягкая почва. Это было просто сказочно. Я люблю вот такую почву. И здорово было по ней проехаться. Если видео понравилось, не забываем поставить лайк. Напишите свое мнение. И, как вы уже услышали, в перспективе здесь будут строить еще трассы. И эту будут тоже делать. Есть надежда на то, что будет трасс 5-6. И это было бы, конечно, еще круче, чем есть сейчас. Ну а сегодня спасибо вам за просмотр и до скорых встреч.